Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом видео я показывал, как я окулировал на черенок шиповника розу летом. Сейчас вот немножко девочек этих осталось, и я хотел бы показать результат такой, ну, довольно-таки промежуточный, да, но который, короче, который вы можете сейчас увидеть. Смотрите, значит, вот мы берем, допустим, вот эту девочку. Вот она уже с корешками. Вот, и вот замотан глазок розы, да. Но я его вытаскивать не буду, потому что одной рукой неудобно это все делать. Я вот уже размотал, вытащил другую девочку. И смотрите, сейчас мы, вот я наведу, вот размотанный глазочек розы, заокулированный, да. Вот здесь пошла поросль с нижних глазков, и с верхних я их немножко прищипнул. Ну вот, в принципе, уже готовый саженец розы. Только нужно вот здесь вот срезать над почечкой, и отсюда пойдет расти роза. Ну, конечно, до этого еще далеко, и необходимо некоторые процессы, скажем так, соблюсти, да, технологические. Ну, вот вы видите результат. Фактически, я так пока не могу сказать, приживаемость, да, то есть, когда оно все будет разматываться, сама пленочка, не сейчас, вот, ну, допустим, весной. Вот. А в идеале, конечно, когда я ее продам, то есть в конце весны, если все нормально, я тогда могу сказать, какой процент именно выпада при таком размножении розы. Всего доброго, до свидания. Надеюсь, кому-то пригодится мой опыт.